Вейдер Мегамаз 2000 – это качественный высокоуглеводный гейнер, обеспечивающий эффективный рост мышечной массы и невероятный энергетический заряд на тренировках. Углеводные составляющие данного продукта являются источниками энергии, необходимой для результативных тренировок, а белковые компоненты питают мышцы строительными материалами, способствующими их росту и развитию. Мегамаз 2000 является одним из лучших гейнеров на рынке спортивного питания. В каждой его порции содержится необходимое организму атлета количество углеводов, белков, витаминов, минералов и калорий, которые помогают быстро набрать вес. При создании гейнера Мегамаз 2000 были использованы новейшие технологии, благодаря которым его компоненты являются суперконцентрированными и способны обеспечить организм максимальным количеством калорий. В результате приема этого гейнера спортсмен получает максимум потенциального веса и биологически активных элементов, но минимум жира. Ключевыми факторами гейнера Мегамаз 2000 от компании Вейдер являются аминокислоты. Конечно, калории – это также неотъемлемая и значимая часть данного продукта, но настоящим ключом к энергомассе является азот. Именно благодаря положительному азотному балансу достигается значительный рост объемов мускулатуры. Поэтому также важно употреблять достаточное количество белков. Но зачастую обычные продукты питания не способны удовлетворить потребность спортсменов в протеинах. Это означает, что необходимы специальные источники правильного набора аминокислот. Однако белки, необходимые для энергопроизводства, окисляются, если не употребляются в комплексе с определенными углеводами. Поэтому в каждой порции гейнера Мегамаз 2000 содержатся и белки, и углеводы в нужной пропорции. В одной порции содержится 530 калорий, белка 25 грамм, углеводов 103 грамма, из них сахара 42 грамма, жира 2 грамма, холестерина всего 15 миллиграмм. А также в составе широкий спектр витаминов, минералов и микроэлементов. Источники углеводов – мальтодекстрин, декстроза, фруктоза, крахмал. Для приготовления продукта необходимо добавить одну порцию гейнера 400-500 мл молока жирностью не более 1,5%. В дни тренировок употребляйте по одному коктейлю за час-полтора до начала тренинга. В нетренировочные дни употребляйте по одному коктейлю между завтраком и обедом. Интернет-магазин Ersport является официальным партнером и дистрибьютором бренда Vader Nutrition на территории Российской Федерации. Вся продукция, представленная на нашем сайте, полностью сертифицирована. На страницах нашего сайта вы найдете полноценные уникальные текстовые и видеообзоры продуктов Vader Nutrition. Не забывайте подписываться на наш видеоканал YouTube и оформлять заявки на страницах Ersport.